Я отошел. Это что он оранжевый стол? Он что-то донатил. Где он? Твинти, Лу. А, ботинки забрал с духом. Отчет на пол. На внутренний круг не заходите, РДД. Ставь на центр. Даже если от лужи убегаете. Геру. Ты помнишь, Алиса, да? Трубой сдвигай. Чё? Ой, давай, Геру. Алис, перебегай. Не забывай. Остальные под жопу. О, маленький таунтиц, прикинь. Не надо только таунтиц. Потом последующих. Так, попробовал. Это не раз багается, раз нет. Турбойс, отходи на свое место. Зоя, ты очень близко стоишь. Служим. Уже вышли. Че ты делаешь? Не твою, блин, босса. Верни босса. Зона заблюет нас. Верни босса и стойте возле лужи. Только не в луже. Ну а едик умер. На, знаешь, что делать? Нам подскакивает там, блядь. Этот может быть. Стойте. Мост Бэйрима Маедика. Все, ложимся. Отличные новости, народ. А как вы умираете? Мы вроде не в нормале. Чего вы не диспелите эту хуйню? Она просаживает таргет так, что просто стоишь и килишь вам. Я ШВ прожал тут, потом. Че, друиды не могут диспелить? Друиды не могут. Присты. Это болезнь только, да? Престиж шаман, да? Зоя, слышишь, вот этот вот круг, в котором что, больше стоит, минус, нельзя туда заходить. Не понял. Ты сейчас от лужи зашел и стоял там в этом кругу. Если бы кинулся газ, ты бы заблевал мелизону. А у меня раньше было нормальное. Ребят, давайте еще трай остаемся, потому что, блядь, этого босса надо убить. С него падает, блядь, объект геровский. Лимон, смотри, я вот здесь вот стоял, вот, я подошел чуть ближе, по РНЖ, у меня было с ними норм. Ну, хз, лучше вообще не заходить. Сзади лужа разлилась просто. Ну, какой-нибудь мелик начнет перебегать, подбежит к тебе, кинется газ на тебя и на него, и пиздарит. Ну, я понял, окей. Там, смотрите, вот люди, на которых на РНЖ появляется слизни, сейчас маленький вылазит. Если вы лицом повернете на центр слизня, то он будет прямо под босса. Как сейчас было, плевать вот эту лужу. Большой то же самое. Не надо в центр на рейд поворачивать. Водите слизней боком. Да, отворачивайте от центра. А, еще. Че, мне ШП идти или ВДЦ в этот? ШП. А прохил нормальный? Ему в ШП. Че нет? Чё, плохой прохил? По поводу брызг, все брызги должны захиливаться, это работа хилов. Ну, на РДД захиливаются, а те, кто под боссом стоят, они да, убегают да. За спину всегда. Как правильно. Чуваки, тут нет. Давай, поднимайся. Давайте в ледяной короне. Может, шкаф дадим? Не знаю, труп вообще здесь лежит. Мне не показывают, что он труп. Мне тоже показывают, что он убегал тело, да. Просто чек не нафкайся.
Да, он походу... Нет, а в Дисе. Он до этого в чат написал всем спасибо. Может, да, это я видел. Ну, мы тогда тухлого, ой, гнилого даже не хуй трай. Минус 3 ДД это... Он написал, я ох, всем спасибо. Так Шваки ж бил. А, тут берсы нет? Пошли. Тут софт берса. На 30 он быстрее болезнь кидается. В 23 убили тухлого, в 22 убьем, блядь, гниломорда. Гниломорд проще, чем, блядь, тухлый. Ёб его идти. Давайте, чек на готовность, рыбу поели. Задум, Дагдымыч. Главное, что это был не РДДшник. Остальные под жопу боссом. Все, все готовы, отчет на пол. Алис, не води босса, будем сами нахуй уходить. Геру, давай. Войд. Ага. Да, понятно, да, он нахуй. Джованни, выйди из этой хуйни. Бэр, Джованни. А в чем он сдох? В луже. Ну там он в луже был. На моей просил горского хил. В чем проблема? Моса, есть БР? БР Джованни. Мама Едика прохил. Сейчас сдохнет нахуй. Большой рейд. Джованни, пробав сразу. Джованни, уходи на ренджу. Блять, где мы мой едик взял? Ну блять, ну ребят, ну следим, блять, не только нахуй надо долбиться, блять, в босса, ёпта. Бэров нету. Заебись. Ну надо до лужи убегать, ребят, смещаемся до лужи. Будьте на ману. Большой. Да. Ага, вижу, вижу, вижу. Забирай только сразу. Джованни на ману. Смещайтесь, пожалуйста, до этого, ребят. До лужи. Привыкайте, я в его идти. Большой пост. Блин, тебя бьет в этот, в спину. Смотри, может заблевать мили-зону. Мили-зону заблевала. Ну уже под боссом. Алиса, дай прожимку. Не отводи. Не уводи туда. Большой в мили-зоне. Шансунг на ману и на хп потом. Готовьтесь убегать. Джованни на хп. Убежали. Отличные новости, народ.
починил трубы. Вмещаемся. Выращивайте слизней маленьких. А, мульти на хп. Ты большого забери. Маленьких отворачивайте от рейда. Большой в миле. Шинцунг на ману. Ну ладно. Жойл на ману. Турбойса. Большой. Газ. Нету маны. Придумайте что-то. Возложение лимон. Возложение дал, лимона? Дал. Дал. Ну живите, 4 ляма там, бейте сильнее. Два ляма добьете нормально себе. Кильте. Готовьтесь убегать. Убегайте. Убежали. Пару миликов РДД выбегаем. Добивайте. Да там добили, но... Ну, ну почти объект. Вот видишь, 4 приста, это, ну, большие возможности. Мана, там, ПКД, гимны ХП, главное это все распределять, главное. Что, есть смысл на проф идти? Нет. Нет, конечно, я рухнул, бля, я туда даже не шпал. Да ладно, 20 человек пошлите. Можно реснуть, не? Не, реснуть. Для прикола можно посмотреть. Но как бы. Да, что там смотрели? Мы слизней просто не убьем, они их. Для прикола можно от чумы там поумирать. Можно убить Вальку, чтобы медведь остался один полок. Да, Вальку можно. Мама едет. Слышь, вон мама едет и ходит. Два тебе останется. Тебе два осталось. Да. А сейчас 3 осталось, да? Да. Так. С каждого босса, да? Мама Эдик, ты уходишь? А чё вы уходите? Хант уходит. Да Готи хоть Вальку захилим, ёпта, блядь. Ну я не знаю, там по ДПС будет сложно. Я тоже думаю, что не убьём 22. Там надо 5 хилов, это ещё... Да и, наверное, уже все устали. Нет, сейчас идём на совет. На совете какой совет? Нет, совет на вайпнемся. Да чё не убьем, то успокойся ты нахуй. РДД же блядь, на этот, на кинетику милишники бьют, всё, ёпт. Два лока есть, но это такое дело. Давайте пробнем, чё. Лучше уже Валю пойти тройной. Мы пришли траить, нахуй. Сейчас убьем Валю, потом пойдем на совет. Или в этот совет первым убьем. Проблема не в том, в кинетика если падать не будет, нахуй, то тогда будет все заебись. У нас два лока, это считай плюс два перса. Ну, я тут ретриком так бы, сука, делал ретрика, ёпа, а не его. Можно вар разобрать? О, а чё уже разрулили? Привет! Шейпер, тебе это кольцо надо? Ну, типа, да, мастерство, и как раз гилка, грита нету. Если бы осталось 25 человек, можно было бы профу потратить. Проф поэзейщий, чем, блядь, Синдра, нахуй, и Лана. Так, мамоедик, да, офис? Не нас уже 21. Да, ну, понятное дело. Не, я тебе говорю то, что был бы состав, да, понятное дело. Я начислил. Да у нас и так хороший сейчас состав. Ну, видишь, некоторым надо офаться, ну а что поделать? Да не вопрос. Ну, принцев нет уж, берсы, правильно, насколько я помню? Есть. Берса есть, только главное, что не кинетика. Сколько у них лямов, надо будет почекать. А чё, мы сказали, пошли на призов и пришли на Вальку, да? Я просто один тут стою возле призов и жду всех. Зря ливнул, конечно. Хотя уже в обычке стопудово будет шем на следующий. В четверг, да? Ну, в обычке-то да. Блять, ну, желательно, знаешь, убить сейчас побольше боссов, потому что, чтобы, блять, сразу осколки с обычки. Можно, обычки, можно побыстрее? 100%. Побыстрее, можно? Давайте подходим на Валю. На Валю подходим. Валю мы должны... На ЕПЕ на чистую только позже, мамоедик. Не беспокойся. Я заскринил, на чистую сейчас Валю убьем. Не знаю, 20? Всех боссов 100%. Всех боссов, которых мы убили, со всех упали осколки.
Нормально. Ты, ну, если сейчас валю, два останется. Ну, а если принцов, то ты один. Да, в 20 рыл. 20 рыл, это, блядь, не лана. Ну, минус, блядь, 3-4 кинетика. Расчистите танки. Танки. Вперед. Хилы здесь, танки здесь, погнали. По охотницам заливаемся. Играем через череп. Быстрее. Дальше крест. Потом по воительницам идем. Прикиньте, они бы в Гере усилили бы, блять, нахуй, трэш. Ну, до этого в Гере было пожестче. До него. Ну, типа, блядь. Ты был до этого? Тактику бы, блядь, думали, ну, нахуй. Ну, я с Анвилами общался, они леди траили, понерфили, убили с первого пола. Убивали только без нерфа, это иллюжины. Убивали без нерфа и убивали этот, как отворачиваю его трейд. Отворачиваю хоть лично. Убивали иллюжины, скорее всего. Нет, не убивали. Да нет, Джоки, скорее всего, я Джоки, я да. Мне что-то кажется, что иллюжины убивали тоже, потому что вроде бы они 8 боссов закрывали или сколько. Да, у них же гильзии, духа кто ли. Слушай, либо, мне это не нравится. Вот мы лимон готовились на серьезные испытания. Мы пришли тут какое-то говно. В обоссанном шмоте на МП5, в чарках на СПД. Я, блядь, захиливаю раз целка 25. Уходим на изнутри. А и меня на леди уронил, да? Забери воительницу одну. Воительница льда. Повелительница льда играет РДД, остальные милики играют по воительнице. Алло. Алло. Ты что, упал, умрёшь? Я знаю. Войт. Что тот факт, что я тебя весь рейд тащу за шкир. Опа, ты. Тебя не волнует. Я же сказал, обоссанный шаман, не меня хилить. Ты меня выручай, зайка. Как можешь. Нет. У меня почти 4 часа утра, и мне тяжело с реакцией. Подушка, не? Юль, пора доставать стропон, нахуй. Будить Войдана. Стропон, настало твое время, да, блядь? Да. Юль, у тебя оружие твое, стропон? Да. Я бы начинал сначала в ноздрю, потом в ушко. Ноздрю? Какие вы есть. Сука, в ноздрю бы засунул, блядь. На пол шишечки, блядь. Колен. Так, не сводите, алло. Я дубов повесить просто. По охотнице играем? Блядь. Забирай. Я говорит, тебя тащу. Полководца. Да если б меня ты не было, ястреб, у вас бы Геры не было, ё-моё. Сука, сейчас я тебя приручу, блять, нахуй. По левой воительнице играть. Блять, ну вы определитесь куда. Милишники по левой воительнице играем, потом по левому полководцу. РДДшер играет по правому абам. Че, кто готовый против 10 хм после 20 смерти? После 20 банки этот забуду собирать. У меня завтра не выйдет, поэтому буду сейчас. Лок у нас же завтра кара. Не? Ну да, его завтра кара. Да, карагер была бы хорошо, погибель. Ага. Ты Молчезар, я бы не отказался. Молчезар будет и погибель. Молчезар будет. Слушай, Тёма, когда будет РТ на Геру ставиться? Еще раз, чё? Когда будет? Так ты на БДК или на Фрокстар? Да, дайте этому, Лимону сказать. Дайте, пожалуйста, Лимону сказать, чувак. Когда будет РТ на 25 гер ставить? Ну, на понедельник. У меня сейчас выходные будут забиты, ребят. Сейчас вон четверг ставится целка 25 обычка, чтобы добрать последние осколки. Далее
Потом, Войд, если желание будет, ставь на субботу, я Геру буду собирать в понедельник. А чё, ты не будешь? А кто осколки лутать? Я, Войд, будет лутать осколки далее, следующий. Не, имею в виду, если ты поставишь, или ты говоришь про следующее КД? Я про следующее, на следующее КД у нас идет целка 25 обычка в четверг, ребят. По одной простой причине, потому что у меня выходные не будет. Копье, копье. А если убить копье? Ты ничего не будешь. Валька умрёт. Соответственно, сейчас у нас ХМ 25 гер будет по понедельникам. Ну конечно, не зря я менялся. Понедельник на смене задумай, я. Не-не-не, я отпуск беру. Ах ты сучка. Меняйся. Не оплачиваемый отпуск. Так кто же прочитал мой график? Мы в одну смену ходим. Нет, ты ж сутки через трое ходишь, а я сутки через двое. Или нет? А вы сколько за сутки платите? Сколько у вас? Я не знаю, у меня зарплата. Я не считала даже, сколько сутки уходит. Да я про другое, я имел в виду, сколько вы платите. А в месяц сколько выходит? Не скажи, надо. Ну бля, если она донатит, нахуй. На каждую хуйню. 30 долларов. Значит нормально, блядь. Ну да, это же, блядь, не Тёма, нахуй, сука. Курит эту хуйту какую-то, блядь, шляпу, потому что 100 рублей в кармане. Да я не знаю, я эту хуету даже не знаю, как называется. Я это хуйта называю. Вейп. Хуй сатаны это называется, что ли? Она называется мод. Короче, у меня тут начальник этот Айкос купил, блядь, такая хуета, блядь. Ой, нормальный Айкос, что ты начинаешь? Чё ты, блядь? Ну, я попробовал так-то сено сеном, нахуй, проще, блядь, ну, вон. Ты покуришь вот три сигареты, ты норм уже, ну, типа... А чё хуже, блядь, это хуета или, блядь, сигареты? Вот про эту хуету ещё неизвестно, на самом деле. Там же химия, блядь. Хуета! Это та же самая сигарета, только без смолы, насколько я помню. Да там же химия, это же, блядь, вода, она там, блядь, хуй знает что. Да что, блядь, Айка, что вейп, одна хуйня. Короче, все, давай, ладно. Ой, Воля. Милишники, ваш приоритет, подавитель, разгром, магия. Эти, толстяки, дальше, как его, для РДД, ваш разгром, магия, кособокий пуджи. Под пуджей, пожалуйста, гурский каток и заливаем ауе после убийства. Толстяков. Далее, по хилам, Твись. Как жизнь за... Валю не хилила, Гере, никогда. Твись, а ты на Вальке это раз. Нет, один захилит тут Вальку. И давай, Войд, полетаешь с ней. А я не умею. Учись, поднимай скилл за 5 секунд, ёпта. Может, Холи Прист полетает? Ну хочешь, давай. Полетай с нами. Полетай. Ну здесь же слетать то же самое, я так понимаю, только как в обычке. Только стаки нахуй не набирай дохуя, потому что они дамажат. Ты смотри, ты нас. Хоты и себя тоже, там стаки дамажат. То есть стак взял, про себя тоже не забывай прохиливать. Слышь, Войд, а у тебя права есть в канале? Где вот очередь на ШМ? Добавь меня на ШМ. Я пока граньку кормлю. А сколько уже человек на ШМ стоит? Направо Лимон, налево Второй Войд, третий турбойс квест делает шейк. На готовность. Я делать следующий. Там у пана есть 14 осколков на варе, если чё так. Четвёртый. На варе или на ДК? На варе. Так, все готовы? Чё там? Нет, ты шо, стоп. Я релох. Ну ёб его идти. А чё ты, блядь? Ну алё, ну зачем, блядь? Кто пожил? Лимон. Экстрим режим. Ложимся. Стопнули хил, ложимся. Пан, какого хрена ты вообще в танке сейчас? Я раз так на профи чарджи не нажал, блядь.
как хилить Вальку? Что за шамана? Быстрина большая, 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 быстрина большая. Нет. Нет. Как? Нет. А у тебя символ на большую стоит? Да. Не символ, а тотем. Символ на большую. Ты этот тем поменяй на цепуху или что там есть у тебя тотем. Потому что ты кастуки не будешь. Я все понимаю, спасибо за советы, но как хилить Вальку-то? Кидаешь быстрину, две волны, цепуха, две волны, быстрина, и так пока да. Только себя быстрину кидай, потому что тебя стаки хуярят. Ага. Бля. У тебя символ, символ на большую стоит. Ну ладно, ждем. Ковальку. Ага. Так снимите диван, мы зайдем, блядь. Да не в диване проблема. Проблема в том, что пока они не убьют Вальку, до тех пор босс не вайпнется. Так вайпнется. Вайпнется, если диване. Диван снимут. В диване. Сними диван, увидишь. В диване. Она всегда выделась. Всегда? Тут три дивана. С кого снимут? На каком сервере? Не знаю, всегда выделась. Четыре дивана, блядь. Ладно, мы обычно такое не проходили, блядь. И летели, проливали. Блядь, они сейчас убьют, это не лестница, ребята. Лестница, лестница. Да я хуй с ним, блядь, лутанем и дальше пойдем. До синдрома. Три сосателя, как сосухи. Кричит Валя, блядь, бедная, нахуй. Все из-за пана, блядь. Я первый раз слышу, как она ноет, блядь. Что ее сейчас выебут. Ай, Алиса, сними диван, дай на нее истерию, быстрее сдохнет, нахуй. Да нафига? Правильно он все говорит. Там по проценту за 30 секунд 30%. Ого, нихуя себе куски. Простите меня, я не могу. Смотри, еще живая, блядь. Ну топите нахуй. Хорош. И живая. Спасибо, у нас лес. Пан, в ДД спекайся. Здесь ты танк мне нужен. Да, скорее всего, валю и все, расход. Медва, это мы уже три сельдоли наготовил, да? Да зачем у меня два? Эти камушки. Брюли. А, брюли. Скоро третий будет. У него все посчитано, блядь. Чем есть Алисет? У нас в гильдии один желтый есть, да? Кто это такой, друг? Рейбу поставил. Поставил. Бафом раздаем. Шкаф поставьте. Кто на рыбу садится, то урены. А я хз как запястье зачарить, хуй я знаю, будут пока валяться. В смысле как? Ну нету головной, блин, пусть пока лежат. Зачарить или тебе надо фуловую? А, блядь, мне надо два сердоля. Ты бойся, зачем тебе сандали? Тут мне чарки сделал. А, не 284. Ой, походу время настало, надо себе сердолики покупать, блядь. Мне тоже можешь заодно. Адрес почты сказать. Там номер карты дать. Там есть реции на чар? Бафы раздаем. У кого есть такие рецы? По 9. Как на готовность? Шейпер, ты уже осветил шмотку? На шмотку нету с собой реза. Только в питании хочется. Какой ты жирный, блядь. Отдавай мне этот, блядь. Печенька, блядь. 50к. Я забыл, что у меня грудак этот, блядь. 100к. Да, пошел в жопу. Флот, но не флот. Рыбу все понял. Поели. Чек на готовность.
Алиса слева, Алиса слева, Лимон справа. Все готовы? Учет на пол. Уешь быстро. Соответственно, с белых луж убегаем, с черных луж убегаем. Подавители. Герои, вы должны мне помочь. Мои силы на исходе. Залечите мои раны. Ребят, Валдыр найдет. Он в Сире. Я вижу. АОЕ под пружа. Сорок один лям? А что так мало мне? В обычке роя столько же, нет? В обычке роя там 6. 40, да, там больше, блядь. Здесь в обычке на КФХМ также 6 подавителей выходит в обычке здесь. Так и должно вроде быть, не? Нет, в обычке должно 4 выходить, и сзади не должны выходить в обычке. Они здесь в обычке КФХМ идут. Что, нас трое? Короче, ХМ в обычке здесь не отличается на вальке. Не, я не буду так сидеть. Че ты? Да. Усиление магии, киньте на вальку магии. Твинти, ну, против? Против часовой летаем. Разгром справа, далеко. Твинти писал, разгром, что играем по часовой. Твинти, как летаем? Здесь, а мне кажется ли в обычке в мобов по часовой? По часовой летаем, да. Стопните лишний флот. Одна зашла. Нет, просто я сзади. Подстроился. Подавители. Прикинь, что с 3 осколка побить. Каждому, да? Разгром справа. Этот разгром тут ватный вообще, блин. Мне никто не хилит. А хил Эльвинар. Подавители. Справа подавитель один, Мелики. Разгром слева. Пана прохил. Не теряем никого. Ну чё, в доборе я пишу прогресс 6, да? Да пиши 8. Червя с меня ебучего. Снимите. Вижу. Подавите. Пуджа. Подавителя. Разгром справа. Моль, тебе дай гимна мана. Гурский вылетел, что ли? Ты что, в рейде есть танк с ником и винар, его нужно хилить. А, она нет. Хиль. Не знаем.
Ну, мана нужна хилам, чтоб хили там. Как больно бьют меня. Там два. Держись, ты же танк. Сколько стаки бьют? 5000. Пиши даже. Подавители. Разгром справа. Желание гимноман. Ты, блядь, никогда не захилил до завтра. Дерса работает, Герри тут? Не знаю. Вроде не пишут. Посмотрим, если будут по два скелетика. Нам ДК. А тут скелетики вообще вата 100-200 кхп, блять. Лимона прохил. Реалсмен прокал. Право далеко. Разгром. Подавители. Геру когда будет? 7000 теперь бьет. Колопал скажет, тогда будет. Звел, что у тебя с хпс? Стаки не собираем. Стаки пропали. Когда полетели против часового, и третий человек залетел. А ты чем хилишь? С флешками. Зачем флешками? Прок это детало. Как он, блядь? Боже, что это? Связующий. Связующий вешает 2 стака. Потом большая кастуется без двери. Двинем БР. А, можно так. Бэйли по Твинте. Неудачники. Разгром слева подавителя. Кто? Моса без маны. Все развалику хилить, короче, сами хилить. Че под лицо-то зашел? Я? А там шарак. Тебя прохиль, прохиль. Маба, заберите с хила. Ага. Есть вставалка, не? Ой. Да, прохиль. А, пробафали. Подавите. У тебя справа. Есть гимн на ману, дай гимн. Не достал до Мосса. Мосса без маны вообще. Я тоже. Вэлл, гимна мана есть? КД. Всех КД, да. Прыгните в порталы. Я похилю. Поменяйте здесь хилы. Возьмите пару стаков от регенти маны. Ловушки не забывайте ставить. Один хант, не? Или хантов еще? Нету. Гурский вылетел. Да. Разгром слева. Подавители. Просто... Ну, порталы придумали, наверное, для того, чтобы туда 3 человека залетали, один все порталы активировал у одного, наверное. Так что я просто постою в сторонке. Ну, чтобы один активировал, должны все втроем летать. Вместе. Тогда они активируются на троих. Ну тогда может быть метку поставим и будем летать вместе. Ну не зря я спрашивал, по часовой или против летаем, чтобы летать, ну, вместе. Какая разница, портал это в разной стороне находится. Ну, мы летаем по часовой.
Часовая зависит от того, с какой стороны вы зашли. Когда смотришь вот лицом на Вальку, и вот видишь ее морду, вот она лежит. Если ты поднимаешься перед мордой и летишь направо, это против часовой будет. Подавители. Ну да, я понимаю это. Причем здесь ты это мне рассказываешь. Ну и мы говорили, летаем по часовой, да? По часовой ты налево. Да ладно. Логически. Ну просто, ну, один человек, наверное, должен хилить. Мне кажется так. Вебинар похил. Моса опять без маны. Моса, зайди. Моса, принял протол. Гимн, давай. Отдал гимн. Разгром справа. Сейчас подавители будет. Подавители. Ребята, герой когда будет? Сколько стаков? О, 20, 14. Войда 0. По второму круг уже не убираю. Гера, мне кажется, через портал надо давать. Уже все плесты просили по мне. Кто-то гимн дал, хорошо. Через я еще раз зайду, меня больше начнут бить. Здесь так. Подавители. Как выйдешь, скажешь, да, Дингеру? Вышла. Дай, Вой, дай Геру. Крылья. Бабу. Ой, крылья, руки отдавайте. Повалит. Все хильки, босс. Даже бинтами, блин. И вон сейчас полетаешь, ужин. Трешь с меня, лес дух. Разгром. Да, под мордой. Усиливайте, Валя, стоками. Да, грязная карта. Да. Все хорошо. Может быть, шею. Ура, блядь. Сейчас три кольца. 20 человек, да, закрыли? Да. Ну, осколок не упал. О, лимон, роль тапки у меня такие же. Нахуя они мне нужны? Узы упали, нихуя раз. О, они с мастерством, ништяк. Хотя у меня СРС. Так я о том, что... Так у меня с мастерством. Ой, это СРС есть. Ну хрен знает. Не, ло, я за дохуя уступил шмот, это пошел в жопу. Блять, нажал, а? Турбой. Да, я там на мейн нажал, ну, блядь, меня лагануло. Я задействую, ну, не задействую, за разницу заберу, если что, если не надо. Ну, тут шейп на офф ролит. Мы не сдадимся. А что важнее, на офф или... Пусть забирает. Пусть забирает. Апгрейд шмотки, что важнее было. Ну, Войд, слушай, если исходить из того, что я буду все равно носить бисовый СРС 25 гер, правда, не знаю, когда. Да вообще, как хотите делать. Так. Я вот вар одел уже 260, я доволен. Пофиг какой-то мог, но хоть за 500 тысяч дюка забудет.
Тём, если что, мне все ИП лучше напалом, на сову не надо. Так на совой не кидают, ты ж не в рейде совой. Я пока ты повесил, чтобы на нее ничего не давали. Блять. 3000. Да. 3. У Чеппера, у тебя же есть танк, да? Да, у него. Что? Есть танк, говорю, да? Да. Вы, блять, вы противитесь, вы одеваете, блять, людей для 25 хм или для офспеки, которые нахуй никто не будет вязать. Ну, мастер, вот эти сапоги я тоже не буду носить на постой. И как только Митриус забираю, я тапки сараюс надеваю. И все. Такой Митриус. И улучшаю их только с героик, поэтому это сапоги тоже проходные. Не хочу сливать на них ПР и так как это хрена. Так, моедику. 400. Ну подожди, а минор апгрейд идет же как на мейн спек, да? Минор апгрейд, да, это приравнивается к мейн спеку, отдается только разница в ГП между ОП и гершмотом. Ну я нажал полтос, и он нажал полтос. Ну да. Понимаешь? Я тебя просадил, ты поверишь. Да я там просадился, я 4 шмотки забрал, блядь, и тут уже все берешь. А я на прошлом КД, я забрал с этой Сланы пушку, потом мне подарили ДС.